Здравствуйте, друзья, с вами российский туринговый чемпионат RTCC, и в который раз по ходу этого сезона мы приезжаем в новое место. Конечно, Санкт-Петербург совсем новым местом для гонок назвать трудно. Много-много лет здесь проходили гонки на трассе Невское кольцо, полюбившийся уже всем пилотам, всем болельщикам из города на Неве. Но в связи с реконструкцией стадиона все это ушло в прошлое. И казалось, что гонки надолго из Санкт-Петербурга уехали. Однако они возвращаются в совсем новое место. Неподалеку от поселка Шушары, на московской трассе, которая выходит из Санкт-Петербурга. В 5 километрах всего от новой кольцевой автодороги построена абсолютно новая трасса. И большая часть дружного пелетона RTCC приехала сюда, на автодром Санкт-Петербург. Олег Квитко готов. Его боевая машина приведена в наилучший вид. И вот такой индустриальный пейзаж. Да, это не самый центр Питера, но тем не менее у нас есть трасса. И пока, может быть, не все готово, однако конфигурация потенциально интересная. И конфигурация это на ваших экранах. Длинный прямик, затем правый поворот, затяжная шпилька, 3 длинные прямые и очень интересная финальная улитка. Длина трассы чуть больше 3 километров. В принципе, изначально организаторы хотели сделать здесь, ну, своеобразный храм скорости. И весь последний третий сектор должен быть абсолютно прямым. Но вот была сделана шикана перед заездом на питлейн. В итоге скорости не больше 200 км в час. А впечатление новой трассы, как и любой другой, то есть надо привыкнуть, понять, где что с машиной происходит, как действовать, как ее настроить лучше под трассу и под конкретную погоду. Она не скоростная. Максимальная скорость на трассе сейчас 190 км в час. Если будет сухо, будет 195. Ни о какой скоростности речи здесь близко не идет и не пойдет с появлением зон безопасности. Сама дорожка очень хорошая. Вот, поэтому Санкт-Петербург, большим счастьем и большим удовольствием сюда приезжаем. Трасса не дает права на ошибку, надо ехать аккуратно, все ее изучают. Нет ни одного, наверное, спортсмена, даже местных, которые ее изучили, потому что ее строили прямо при нас. Ну, я думаю, что гонка все покажет. Из этой квалификации вообще ничего не значит здесь. Обгонять здесь можно, трасса широкая, и все покажет финиш. Квалификация проходила на дождевой трассе, но к гонке пилоты одели слик. И у Добровольского Дмитрия, который квалифицировался 7-м, вышла вообще невероятная вещь. У него по пути на стартовую решетку открылся капот, внезапно даже разбил стекло. Но вроде бы потом смогли все это дело решить, привести в норму. Это хитрое аэродинамическое решение. Мы его долго разрабатывали. И вот теперь вы увидите, как это влияет на скорость. Что ж, посмотрим, так ли здорово пойдут у Дмитрия дела в Санкт-Петербурге, как это было на предыдущем этапе за 2 недели до этого в Москве, где на сложнейшей трассе в Лужниках бился он невероятно. На этот раз, как мы уже говорили, лишь 7-й на стартовой решетке. Перед ним Сиат Владимира Стрельченко и Михаил Ухов, который квалифицировался только на 5-м месте. Напомню, что после Лужников Ухов вышел в лидеры чемпионата, на несколько очков опережая Фролова. Но на этот раз чуть-чуть ошибся с настройками по ходу квалификации Михаил. И лишь 5-й на стартовой решетке. Впереди него Рябов, Радошнов на 3-й позиции. Олег Квитко, партнер Ухова по команде ТНК. На 1-м ряду стартового поля. Ну а лидер Александр Фролов, который как раз потерял, мы помним, в Лужниках лидерство в чемпионате. И, соответственно, на этот раз надеется, что все пройдет лучше. Тогда, напомню, он тоже лидировал со старта, но мгновенно потерял свою машину, разбил подвеску и сошел. Здесь мы видим не в самом лучшем виде обочины. Целые 2 недели шли дожди, не прекращаясь в Санкт-Петербурге. Своеобразное болото в зонах безопасности.
Но, в конце концов, это только дебютная гонка. Зато сама гонка достаточно интересная. Мы видим, что Олег Квитко здесь атакует. Вы посмотрите по внутренней траектории на торможении. Очень здорово, очень красиво проходит. Тем временем и Михаил Луков подтянулся. Компенсирует он проблемы в квалификации. Атака по внешнему радиусу и едва не вылетает в грязь. Однако вписывается, вы посмотрите, в первую связку. И таким образом Фролов, да, он сохранил, может быть, свою машину, но, по крайней мере, потерял уже целых две позиции. И ладно, еще Квитко, который стоял вторым на решетке, но Михаил Ухов стартовал аж с пятого места и прорывается вперед. Ухов, мы видим, уже начинает нагонять своего партнера по команде, и, я думаю, особого сопротивления Олег. Хотя бы посмотреть, Олег действительно сопротивлялся как мог, но, естественно, в рамках приличия, там борьба и за третье место уже. Следующее БМВ. Сергея Рябова сдерживал сейчас Александр Фролов. Очень опасная здесь ситуация. Мы видим, достаточно грязно на трассе. Михаил Ухов, который вырвался с пятого места в лидеры. При этом позади была лишь четверть дистанции. Очень глубоко здесь. Посмотрите, у нас какая разница, да? И между задним приводом и передним. Видели абсолютно разные траектории у BMW и у Seat'ов. Там, где первым удается достаточно легко заскочить. Ух, какое состояние обочин здесь. Я думаю, пилоты думают не только о траекториях, но и о том, чтобы, не дай бог, не вылететь, потому что можно будет обратно на трассу и не выбраться. Тем временем Радушнов подъезжает у нас к Фролову и проезжает его. Мы видим, что Александр уже на пятом месте. Вот это потрясающий момент. Полностью зеркально относительно стартовой позиции сейчас расположены два лидера чемпионата. Михаил, который стартовал на своей BMW лишь с пятой позиции, но смог прорваться в лидеры, в то время как его соперник наоборот. Увы, с первого места на pole position откатился уже на пятое. И проблемы возникают также у Владимира Стрельченко на его Сиате сейчас. Владимир Стрельченко, который до этого провел блестящий просто уикенд в Лужниках, но здесь не был особо заметен пока по ходу этого заезда. Может быть, были небольшие проблемы с машиной. Вот она остановилась как раз и дымится. Что ж, таким образом на трассе остается только два Сиата. Два партнера по оренбургской команде. Александр Фролов и Андрей Радушнов. Очень здорово они квалифицировались, очень здорово стартовали. Но постепенно на подсыхающей трассе начали откатываться все дальше и дальше. Видим впереди две BMW. Три даже BMW, учитывая Рябова, и лишь затем Радушнов и Фролов. Вообще, учитывая ситуацию в чемпионате, Радушнову, может быть, стоило бы обгонять Фролова. С другой стороны, не факт, что не лучше сейчас, учитывая, что первая шестерка будет перевернута на старте второй гонки. Может быть, лучше как раз попробовать откатиться на это заветное шестое место, чтобы затем каким-то образом изменить настройки и уже во второй части стартовать с pole position. Что касается класса Super Production, то там Владимир Черевай, напомню, квалифицировался впереди, и причем с гигантским преимуществом, чуть ли не в 1.5 секунды над Александром Желтовым и Виктором Казанковым. И вот здесь мы видим BMW, которая выступала в тоже классе Super Production. Это Александр Львов, который развернулся. Львов, который боролся позади во второй части пелетона. Прекрасно знает эту трассу, прекрасно знаком с ней. В отличие от большинства пилотов RTCC. Тем временем мы видим, как Андрей Артюшин борется здесь за 10-е место с Василием Кричевским. Ну, а Черевань достаточно легко и уверенно уезжает. Кричевский под огнем атак буквально со стороны Андрея Артюшина. Пытался тот на торможений по внешней траектории, но слишком скоростной был затем поворот. Очень тяжело было нырнуть внутрь. Вот Сергей Рябов, который движется к своему подиуму. И Александр Фролов. Фролову явно пока не удается отыграться. Очень надеялся он, может быть, на этом этапе отобрать обратно потерянное лидерство в чемпионате у Михаила Ухова. Набрать недостающие очки. Но вот пока первая гонка складывается в пользу BMW.
по-прежнему лишь на пятом месте. Фролов и Добровольский шестой. Помятый капот вот в этом столкновении, может быть, не дает аэродинамике его машины работать на полную силу. С другой стороны, вряд ли на не столь скоростной трассе, как говорили сами участники, это может иметь решающее значение. Кстати, мы видим, как сиаты ведут себя на удивление тяжело. Этот поворот, вход у них достаточно сложный. Тем временем уже прорываются лидеры через круговых гонок. Всего длиной 16 кругов и за пару кругов до финиша. Мы видим, что лидеры двухлитрового турингового класса сейчас начинают пробивать себе путь мимо пилотов класса Super Production. BMW прошли. Ну а сиаты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вы посмотрите, что произошло с Радошновым. Пытался он Василия Кричевского опередить на круг, и того в итоге тоже заносит двумя поворотами. Дальше машина дымится, но скорее от того, что как раз попала в эту самую грязь. В это самое болотистое, холодное месиво, просто которым является сейчас зона безопасности, и разгоряченный болид. Временем Кричевскому удалось вернуться. И для Радошного, конечно, это неприятная ситуация. Зато поднимается Фролов. У нас на одну позицию. Желтые флаги, естественно, в этом месте. На последнем круге. Ух ты, Александр Фролов тоже выходит слишком широко из поворота здесь. Но схода хватило, к счастью, ему, чтобы вернуться обратно на трассу. Что касается Радошного, то ему остается только наблюдать. Там мы видим из камыша практически, который обрамляет гоночное полотно. Затем, как безошибочные BMW идут к финишу стройными рядами. Видим, лидеры догоняют уже самых быстрых, самых первых машин в классе. Сейчас и Александра Желтого тоже прошли на круг. А здесь Дмитрий Добровольский, в свою очередь, справляется с обгоном Василия Кричевского. Ну и Михаил Ухов, стартовав с пятого места после своей ошибки с настройками в квалификации, несмотря на это, мгновенно прорвался вперед и очень уверенно довел гонку до победы, до первого места. Мы полностью угадали настройку на сухую гонку, при том, что нам ни разу не удалось это попробовать. Мы ездили только все время по мокрому. Ну, в общем, я очень доволен. И, в общем, волнение определенное перед стартом было, потому что никто не знал. Никто не знал, никто не ездил по-сухому, никто не знал, у кого будет машина лучше. Ну, вот у нас оказалось лучше. Очень приятно. Однако радость Михаила, увы, была недолгой. Выяснилось, что в самом начале, прорываясь наверх, он подтолкнул Радошного и получил 20 секунд за это столкновение. В итоге оказался только третьим в протоколе. Фролов вышел на второе место и даже отыграл у него очки. А выиграл Олег Квитко. Первая его победа по ходу этого сезона. Если бы меня еще Трещенко не развернул бы, то, наверное, общий сумел бы догнать пелетон. В принципе, машина ехала нормально. Вот мы видели, и Добровольский был недоволен сейчас ситуацией со Стрельченко, который, кстати, после этого сошел. Радошнов тоже сошел. В общем, ситуация в чемпионате на ваших экранах. Ухов еще впереди. И но Фролов все-таки смог к нему подобраться. Дистанция между ними всего 9 очков в настоящий момент. Ну и по-прежнему в зачете, естественно, Рустам Миниханов, который проехал только казанский этап, зато проехал великолепно. Да как-то мирно все это, без потери. Немножко скучно было, честно. Может, погода такая, не весенняя, не осенняя. То... В личном зачете победитель стал Владимир. Ну что ж, мы видим Владимир Черевань, который здорово квалифицировался, здорово ехал. И на этот раз смог уверенно опередить и Виктора Казанкова, и Андрея Артюшина, своих традиционных соперников по классу Super Production. Хотя, конечно, в общем зачете преимущество Виктора Казанкова столь велико, что подобраться к нему будет практически невозможно.
Тем временем приходит момент для второй гонки этого уикенда. И по традиции после двухлитрового класса мы увидим заезды машин 1600 кубиков. Несмотря на то, что здесь проходил праздник Porsche накануне, мы видим, что в качестве пейскара выбрана не эта машина, а фактически американский Hot Rod. Тем не менее, наши доблестные машины классов Touring Glide и национальный по времени на круг, я думаю, могут ехать и быстрее многолитрового монстра. Две красно-белые фиесты с командой Лукойл на первой линии стартового поля. Александр Сотников и Борис Шульмейстер. Следом за ними их партнер по команде на машине прошлого поколения Михаил Грачев. Нужно заметить, что только эта троица в последние минуты своей квалификации во втором сегменте рискнула поставить слики, а трасса уже позволяла ехать на них быстрее, и они проехали намного быстрее, поэтому уверенно выиграли квалификацию. Следом за ними Павел Кальманович, лучший из остальных, на Калине, на четвертой позиции. И опережает он Михаила Донченко, который стартует тоже на Фиесте с пятого места. Дальше лидеры класса национальный, соответственно, Вадим Мещеряков и Василий Мезенцев, Дмитрий Саватеев, Михаил Малеев и Наталья Гольцова, единственная пилотесса пелотона, которая замыкает первую десятку. Следом Ковенко, Коронатов и Кубасов, Сальников, Нуждин, Митяев и Артемьев. Всего 17 машин. Мы видим, как Кубасов прорывается на своей классике в притирку к болотной зоне безопасности. Борьба в этой первой интересной правой-левой связке поворотов. По внешней траектории вход, но зато внутри он оказывается на выходе и позицию отыгрывает. А впереди уже начинают свой отрыв две фиесты. Остановить их практически невозможно. Александр Сотников впереди. Сотников, который после первых гонок этого сезона вплоть до Казани выигрывал все. Две победы в Курске. Две победы в Смоленске, две в Нижнем Новгороде. Никто и ничто не мог остановить Сотникова, но затем два казанских этапа и первую гонку в Лужниках он уступил своим товарищам по борьбе, но вернул себе лидерство. Самый последний к настоящему моменту гонки как раз в Лужниках. И сейчас уверенно лидирует. Ну а вот и Владислав Кубасов, один из самых популярных по любому опросу болельщиков пилотов этого пелотона. Конечно, бороться с Сотниковым ему тяжеловато. Хотя бы по той простой причине, что в двух разных классах, в двух разных категориях даже они выступают. Но у Сотникова тоже достаточно серьезная конкуренция, в том числе и внутри собственной команды. Однако пока в Питере впереди именно он. Впечатление новой трассы, как и любой другой. То есть надо привыкнуть, понять, где что с машиной происходит, как действовать, как ее настроить лучше под трассу и под конкретную погоду. Дождь, естественно, вносит свои коррективы и элементы непредсказуемости. Плюс к этому интересной интригой был прорыв, собственно, двух пилотов достаточно быстрых на Калинах, которые могли обычно и даже которым удавалось иногда посоперничать с лидирующими фиестами. Нуждин и Митяев, они закончили квалификацию на четвертом и третьем местах соответственно. Были непосредственно позади как раз двух новых фиест, но были дисквалифицированы, были отправлены на последнюю линию стартового поля и, соответственно, потом в гонке начали свой прорыв наверх. Естественно, побороться с лидерами было бы им достаточно тяжело и проблематично, хотя бы по той простой причине, что фактор свободной трассы вначале играл на пилотов Лукойла. Те открывали пелотон. Ну а Кубасов, любимец болельщиков, увы, на своей классике пелотон закрывал. Впечатления всякие разные. Я бы сказал, что это большой букет впечатлений об этой трассе. Поэтому рассказать что-то или выделить что-то одно, ну, наверное, невозможно сейчас. Вот есть правый поворот из Улитки, выход, он прям вот очень не нравится.
Это редкий момент. Пилот команды ВПК «Спорт» все-таки, напомню, выступает на заднем приводе, практически как BMW в двухлитровом классе, но здесь это часто играет против него, поэтому те повороты, где на переднем соперники проходят достаточно уверенно, у него, конечно, возникают некоторые проблемы. Как раз в конце второго сектора, в этой самой знаменитой улитке. Видим, перемещается он, тем не менее, на 16 место, но лишь за счет схода как раз Сергея Коронатова. Коронатов, который на своей колине был квалифицирован на 12-й позиции из 17 болидов, но к середине дистанции гонку уже не продолжает. Тем временем Сотников начинает постепенно отрываться от Шульмейстера. Борис пока не может справиться со своим партнером. И сзади вы посмотрите, какая борьба, а! Фиеста Грачева сейчас всячески отражала атаки Павла Кальмановича. Борьба Фиеста и Калины за третье место. И не так и далеко позади Шульмейстера, кстати. Ну, а вот как раз Коронатов, мы говорили, Сергей вылетел с трассы. Машина достаточно опасно стоит, там зарылась в болотистой зоне. Но, в общем, все пилоты уже увидели, заметили и поняли, где находится машина. Поэтому принято было решение гонку не прекращать. Александр Артемьев мелькнул на ваших экранах. И уже к нему подбирается на середине дистанции. Мы видим лидер Александр Сотников, дабы опередить его на круг. Митяев сейчас сражается уже за шестое место. Еще раз напомню, был квалифицирован аж третьим. И сдымает буквально клубы грязи, которые летят в направлении фотографа и рельсы безопасности. Штин прорывается все дальше и дальше, все выше и выше. Хватит ли кругов, чтобы вмешаться в борьбу за подиум? Могут сыграть сейчас на пилотов Калина как раз заводских круговые, потому что лидирующие Фиесты на второй середине дистанции подъезжают к отстающим на круг. Вот сейчас как раз Наталья Гольцова на своей машине под номером 37 в этой девчачьей раскраске. Но, тем не менее, в данной ситуации это слово звучит как признание ее заслуг. Единственная девушка в пелотоне не раз поднималась уже на подиум в своем классе национальной. Тем не менее, конечно, бороться с Touring Light'ом достаточно тяжело. Именно поэтому, видимо, она уже оказывается на круг позади. Перед ней Александр Кобенко. И Кобенко, кстати, как раз выступает в Touring Light'е. Его машина подготовлена более серьезно, чем те Калины, которые следом сейчас за ними, в том числе и Калину Гольцовой, проходят пилоты. Уже на последнем круге гонщики. И не пускает там Кальмановича. Сейчас замечает, но догнать Грачева все-таки не получается. Хотя достаточно близко. Вот и Михаил Митяев, который прорвался как мог наверх. Митяев на седьмой позиции, уже Нуждин шестой. Но в итоге все-таки первую тройку они не догнали и Кальмановича, и Донченко. Михаил Донченко тоже остался позади них. А Грачев с Кальмановичем все-таки ввели свою борьбу за третье место до самого финиша. Очень плотно и напряженно у них было. У Грачева, напомню, все-таки Фиеста предыдущего поколения. Она больше сопоставима с лучшими заводскими Калинами. Поэтому борьба здесь может идти на равных. Грачев великолепно выступил на абсолютно новой трассе в Казани. С перепадами высот, с закрытыми поворотами. Там ему просто не было равных по ходу первого этапа. На более традиционном автодроме все-таки возникают у него проблемы, чтобы держать темп своих двух партнеров по команде, у которых техника уже другого поколения. Но, по крайней мере, вот лучшую из Калин Кальмановича он опередил. Что было бы, если бы Нуждин с Митяевым стартовали так, там, где квалифицировались, это другой вопрос. Посмотрим по уходу второго этапа. Напомню, что первая шестерка будет стартовать с перевернутой решетки. Так что, теоретически, Нуждин у нас должен оказаться на pole position. Итак, Сотников, Шульмейстер и Грачев. На этот раз команда «Лукойл» на своих «Фордах Фиеста» в полном составе поднимается на пьедестал почета. И лидер чемпионата Александр Сотников, соответственно, набирает лишние очки. Тем временем мы видели, что и Наталья Гольцова
вылетела с трассы. После этого награждения слово Павлу Кулагину об этой непобедимой практически в этой гонке команде, команде «Лукойл». Все люди понимают, на что мы работаем, все понимают, какой результат нам важен, и все взрослые люди, как бы, все знают, зачем они пришли в автоспорт. Я здесь нахожусь, так сказать, в качестве, ну, не знаю, тренера, помощника, помогаю ребятам с настройками, что-то подсказываю, поэтому мы работаем, двигаемся вперед. А быстро удалось настроить автомобили под трассу? Ну, я думаю, что процесс еще не закончен, то есть трасса сейчас сырая, и по мере того, как она будет подсыхать, я думаю, что придется автомобили менять. Ну и отдельное награждение в классе национальной. На этот раз в полном соответствии со стартовой решеткой Вадим Мещеряков выигрывает, опережая Василия Мезенцева и Дмитрия Саватеева. В общем, за счете они занимают позиции 9, 10 и 11, соответственно. Ну а впереди первые 8 мест. Это пилоты Туринглайта. Басов в итоге так и не улучшил свое место. Он 15-й. Ну и в общем зачете, посмотрите, уже практически 250 очков преимущества Александра Сотникова над Сергеем Нуждиным, который опередил Бориса Шульмейстера. Солнце над Санкт-Петербургом. И все готово к старту второй гонки 2 литра. В главном туринговом классе назревает маленькая сенсация. Напомню, что Владимир Черевань на машине категории Super Production приехал на 6-м месте в первом заезде. И поэтому должен был стартовать с pole position. С pole position в абсолюте. Соответственно, от его преследователя, от Виктора Казанкова, его должны были отделять целых 5 болидов основного класса, но мы видим, что на стартовой решетке его нет. И нет, кстати, на стартовой решетке и Дмитрия Добровольского, который был, должен был стартовать с третьего места. Соответственно, остались Рябов, который впереди, Ухов, который перемещается на второе место, Фролов и Квитко третий-четвертый. Ну а дальше Казанков, Артюшин, Львов, Южин. Что же случилось, друзья? Дело в том, что пытались прикатать свою машину, понять изменчивые условия пилота и несколько раз проезжали через питлейн по пути на стартовую решетку, однако в самый последний раз питлейн уже был закрыт, однако выехали Черевань и Добровольский и, соответственно, были наказаны. Да, для Добровольского это удар, но какой удар для Череваня? С пол позишн, и вместо этого последнее место на стартовой решетке, а впереди, соответственно, Рябов и Квитко. На торможении к первому повороту Квитко проходит вперед и, посмотрите, вынужден был Рябов срезать и теряет чуть ли не 3 позиции, а там еще и Ухов едва не теряет свою машину. И разворот в итоге. Разворот Олега Квитки. Пока немного не нашел я точек, но трасса хорошая, скоростная будет. Я думаю, что когда все завершится, уютнее станет немножко. Мы будем рады сюда приезжать всегда. Ну а пока Олег Квитко, который выиграл первую гонку, во второй тоже вырвался в лидеры, но всего на несколько метров. И сразу же следом за этим последовал разворот. И вот таким образом Михаил Ухов практически без борьбы оказывается впереди. Он должен был стартовать четвертым по принципу перевернутой решетки. Сколько, напомню, был наказан 20 секундами по итогам первого заезда, и вместо первого оказался третьим, соответственно, должен был стартовать четвертым, но вышло так, что Черевань с Добровольским нарушили правила, сами себя наказали. Вышло так, что Квитку развернуло, Рябов вылетел, и вот, пожалуйста, Добровольский позади прорывается из последних рядов сейчас, прорывается вместе с Владимиром Череванем. Теперь достигает он уже машины Александра Львова. Львов имеет непосредственное отношение к этой трассе. Соответственно, даже на стадии создания, проектирования наверняка немало
удалось по ней поездить. Да, она была создана по большому счету в самый последний момент, но тем не менее определенное преимущество над своими соперниками по суперпродакшн Львов имеет. Разворот у него по ходу первой гонки, но в этой второй он едет очень и очень уверенно в общем зачете класса суперпродакшн. И тоже Олег Квитко после своей ошибки в первой связке после разворота начинает прорываться, но сделать это достаточно тяжело. Позиции уже упущены, потеряны. Тем временем впереди, как и в первой гонке, достаточно уверенно Михаил Ухов. С самого старта вырывается он вперед. Но поскольку трасса полностью подсохла, и поскольку какие-то настройки регулировки удалось изменить в оренбургской команде на Сиатах, то в отличие, опять-таки, от первого заезда, Александр Фролов на этот раз поехал, и поехал очень-очень быстро. Он постепенно начинает приближаться к Ухову. Тем временем Добровольский и Стрельченко позади ведут между собой борьбу. На этот раз за шестое место. Помню, что Дмитрий Добровольский, в общем, был не очень доволен и, выполнил, упрекал в своем интервью Владимира Стрельченко о том, что тот вытолкнул его с трассы. Стрельченко затем возникли какие-то проблемы с мотором, он вынужден был сойти. Но на этот раз вновь вышел на старт. Понятно, что дорога новая, понятно, что скользкая, но проехать, так скажем, уже в боевом режиме пока не удалось. Так мы видим, Ухов лидирует, и все ближе и ближе к нему Фролов. В третьем месте по-прежнему Рябов, Радошнов. Вылета. И смотрите, замедляется машина Юшина. Андрей Юшин на своей Honda Civic. Судя по всему, какие-то механические проблемы. Был он квалифицирован на 10-м высоком месте. Вот. К сожалению, сейчас теряет одну позицию за другой. У нас он значится на 14 месте. В общем, так там и останется, поскольку Василий Кричевский уже тоже сошел с дистанции. Соответственно, всего 13 болидов остается сейчас на трассе. Но борьба из-за этого не становится менее напряженной. Очень плотно позади. Стрельченко отбивается изо всех сил. И вы посмотрите, что происходит совсем в борьбе за лидерство. Ошибка Михаила Ухова. Подъехал к нему, подъехал. Фролов начал прессинговать, и в каком-то месте машина едва не вылетает с трассы. Михаил Ухов теряет позицию. Боком пошла его БМВ и внутрь нырнул буквально Александр Фролов. Так что Фролов теперь возглавляет общий протокол. Здесь группа во главе с Олегом Квиткой. По-прежнему Стрельченко сдерживает там Добровольского. Борьба за пятую, шестую, седьмую позиции. Добровольский смог прорваться. Ну а что касается Черевани, все-таки не того уровня машина, чтобы так легко прорезать пелетон. Если бы он стартовал с Поула, конечно, какое-то время подержался бы и постепенно одну за другой пропускал бы машины более высокой категории, но здесь, оказавшись последним, по большому счету боролся только со своими соплеменниками, если можно так выразиться, по категории суперпродакшн. В то время как Добровольский и Стрельченко продолжают свою борьбу за шестое место. Добровольский, напомню, должен был стартовать третьим, но точно так же, как и Владимир Черевань, увы, не рассчитал по времени последний свой проезд по питлейну, попал под запрещающие сигналы на выезде из него. И, соответственно, когда доехал потом до стартовой решетки, то был отправлен волевым решением комиссаров не на свое третье место, а на последнюю линию стартового поля. Сейчас интересный момент. Мы видим, что Андрей Юшин смог справиться со своими механическими проблемами и вернулся обратно на трассу. В любом случае, гонок много не бывает, поэтому он накатывает сейчас опыт для дальнейших этапов. Плюс к этому, если все-таки кто-то сойдет затем окончательно, то у него будет возможность его опередить в общем зачете, проехать больше кругов. Поэтому
Несмотря на то, что, конечно, три круга он простоял у обочины, и больше выиграть позиции не получится. Тем не менее, какой-то опыт продолжается. Череванин Казанков борется уже за второе место в категории суперпродакшн на этот раз. Черевань смог догнать. У Виктора Казанкова этот уикенд проходит чуть скромнее, чем обычно, где он просто непобедим. Но пилот команды Honda Marina решил своих товарищей из черемушкинской команды, видимо, подпустить, дать им возможность побороться. И удивительно, что лидирует в этом классе в кое-веки не Civic, а как раз BMW. Как раз BMW Александра Львова, который, вот, пользуясь своим хорошим знанием этой трассы, вырвался вперед по ходу второго заезда и лидирует. Что же касается лидеров в абсолютном зачете, то Фролов прежнему уверенно впереди, опережая Ухова, Рябова, Радошнов, Квитко и Стрельченко с Добровольским. Здесь без изменений. И вот Львов в абсолюте на восьмой строчке. Это достаточно высоко для суперпродакшн. Но, с другой стороны, не будем забывать, что вот если бы не эта досадная оплошность, причем логистического плана, спортивное нарушение, не техническое и даже не пилотажное, да, ну, вот так бывает. Если бы не это нарушение Черевания, то какой-то момент, может быть, до первого поворота, а может быть и дальше, кто знает. Именно он на машине категории Super Production мог бы возглавлять общий зачет двухлитровой категории. Но этого не получилось. Зато получилось у него все-таки доехать до подиума. В ходу последнего круга делает он еще несколько попыток атаковать Казанкова. Хотя этот момент и не проходит. Самая жесткая борьба, вот она, по-прежнему на ваших экранах. На протяжении всей гонки Стрельченко и Добровольский. Ну, Добровольскому какое-то время потребовалось, чтобы прорваться через машины Super Production. Но как только он исполнил это, то уперся в Стрельченко. И вот в дальнейшем зрители на протяжении всей гонки наблюдали их борьбу. Юшина на очередной круг сейчас готовится опередить Фролов. И делает это, собственно. Фролов лидер категории. На этот раз проблем при обгонах круговых не возникло. Мы напомним, что с его партнером Радошновым там сложнейший момент возник в первой гонке. Буквально вылетел с трассы, едва не вывел и Фролова. И Фролов, посмотрите, возвращает Ухову. Возвращает, он отыграл в итоге из-за дисквалификации несколько очков по ходу первой гонки. И здесь прямым обгоном после ошибки Михаила выходит в лидеры гонки и в лидеры чемпионата. Не, на самом деле вторая гонка сложилась вообще очень удачно для меня. То есть даже несмотря на все нюансы, которые произошли в первой гонке, там и по своей, так сказать, езде, и, ну, вообще, то есть по тактике, по всему, то есть там, ну, разные всякие истории были. Вот, удалось это все откинуть далеко-далеко назад, подготовиться, настроиться, расслабиться, как говорится. То есть и вторая гонка со старта именно вести правильно, ну, выстроенную стратегию, так сказать, борьбы, езды. Ну что ж, победа, победа после Квитки в первом заезде. Фролов выигрывает второй, опережая Ухова и Рябова. Дальше Радошнов. Квитка на этот раз только пятый после ошибки в первом повороте. И без изменений мы видели Стрельченко-Добровольский. Категорию Super Production так и выигрывает Александр Львов, опережая Виктора Казанкова и Владимира Череваня. И в общем зачете, вы посмотрите, всего на 5 очков, но Фролов опять выходит вперед. Финал в Смоленске будет просто сумасшедшим по накалу. Дальше Рябов и Радошнов. В Добровольске замыкает первую пятерку. И по-прежнему Рустам Миниханов на своем 11-м месте после двух заездов. Ну и последняя гонка питерского уикенда. Шестой этап чемпионата близится к завершению. Погода великолепная, трасса практически просохла. Чего не скажешь, естественно, об обочинах. Но это уже особенности прибалтийского климата. Ветер с Невы, с Финского залива над трассой. Видим, с трудом девушки пробиваются со своими табличками к болидам, которые замерли на стартовой решетке. Напомню, что первая шестерка перевернута. И на этот раз Сергей Нуждин вместо последнего ряда оказывается на первом. Он на пол позишн. Рядом с ним Михаил Донченко на своей «Фиесте». Второй ряд Павел Кальманович и Михаил Грачев. Ну и на третьем Борис Шульмейстер и Александр Сотников.
Дальше Михаил Митяев, Александр Сальников. И затем вся тройка лидеров класса национальной. Вадим Мещеряков, Василий Мезенцев и Дмитрий Саватеев. Кабенко и Малеев, Артемьев и Кубасов, Гольцова и Коронатов. Они оказываются позади из-за схода по ходу первого заезда. Итак, Александр Сотников. Вот в чем, наверное, интрига этой гонки. В чемпионате у него гигантское преимущество. Первую гонку, как и квалификацию, выиграл очень и очень легко и уверенно. Я бы даже сказал, непринужденно. Но из-за принципа перевернутой стартовой решетки он оказывается только шестым. И вот вопрос в том, сможет ли он прорваться наверх, будет ли он это делать, или он будет спокойно пытаться отсидеться позади. Благо, преимущество в чемпионате у него уже есть. Посмотрим. По крайней мере, Михаил Донченко сразу же начал прессинговать. Мы видели Сергея Нуждина уже к первому повороту. Борьба была достаточно серьезная. Борьба и позади, там Гольцова, вы посмотрите, пытается прорваться, но не тут-то было. Владислав Кубасов не пускал ее вперед. В лидирующей группе по-прежнему без изменений. На седьмом месте идет Михаил Митяев. В гонках никогда нельзя сказать с уверенностью, кто будет быстро, кто медленно. Конечно, надеемся, вроде тут как бы опять мокро. По-сырому получается ехать. Тем временем позади мы видели на этот раз Гольцовой удается, похоже, обгон. Смогла перекрестить она траектории. Но мы возвращаемся к лидирующим позициям. Сражение Донченко с Нуждиным. Первая семерка держится очень плотно, а чуть позади. Подотстали пилоты, и вы посмотрите, там столкновение. Вадим Мещеряков буквально вывозит его соперники с трассы. Он разворачивается боком. Ух ты, пришлось через грязь буквально срезать после полного разворота. И, конечно, сейчас Мещерякову достаточно тяжело будет прорываться наверх. Напомню, стартовал с 9 места. Шел в плотной группе, а дальше... Пока все внимание здесь на борьбе за лидерство. Кальманович, который... плотно держится за Сергеем Нуждиным. Постепенно начинает активизироваться Сотников. Напомню, что лидер чемпионата и победитель первой гонки стартовал с 6 места. Но отнюдь не намерен он останавливаться на достигнутом. Мы видим, уже позиции отыграны. Но борьба позади, самая интересная борьба, это Кубасов с Гольцовой по-прежнему. Наталья смогла оторваться. Больше того, достигла уже Сергея Коронатова и атакует его в настоящий момент. Смотрите, ну а Басов на классике пока в этом темпе удержаться не может. Про Гольцову у нас с ней сейчас одно очко. То есть у нас, в принципе, предстоит с ней битва. Ну, еще я все-таки ставлю амбициозные планы. Все-таки побороться за третье место в кубке. Это с Малеевым. Что касается Малеева, то он сейчас примерно в той же группе. Так что сражение между ними кипит напряженное и интересное. На ваших экранах сейчас Артемьев с Саватеевым выясняют отношения. И следом за ними плотнейшая борьба Вадима Мещерякова. Мещеряков на 13-й позиции в настоящий момент. А Гольцова проходит Коронатова. Гольцова уже на 15-м месте. Месяц там обочины. Все более грязной становится трасса. Все более опасной и неприятной для пилотов. С одной стороны, накатан уже за предыдущие три гонки держак определенный. Но с другой стороны, все больше грязи на трассе. И поэтому машины абсолютно непредсказуемо могут скользить. Артемьев и Мещеряков сражаются между собой. Ну а тем временем Сотников постепенно подбирается уже к первому месту. Тихо, аккуратно провел он все свои обгоны. И вот уже вышел на вторую позицию. Никто до этого Сергея Нуждина, который стартовал с пола, финишировав на 6-й позиции в первой гонке, подвинуть не мог. Смотрим, удастся ли это Сотникову. Видите, разрыв уже очень большой. Сотников оторвался и от Кальмановича.
Борис Шульмейстер уже следом за ним. Тем временем борьба потрясающая позади. Артемьев не сдается, борется с Мещеряковым. Помню, после разворота этого немножко отбросило назад. А это борьба за лидерство в главной категории Touring Light. Сотников на этот раз выходит чуть шире на стартовой прямой. В надежде заставить Нуждина ошибиться на торможении, пока этого не происходит. Малеев и Саватеев. Их сражение. Позади Гольцова, которая по-прежнему сдерживает Коронатова. И такое ощущение, что здесь сейчас готовится смена лидера. Пошел по внешней траектории. Пока не получается. Практически бок о бок прошли они Шикану. Следующий поворот. Левый и по внешней. Практически смог пройти. Да, на входе в улитку по внешней траектории. Вы посмотрите, проехал Сотников и вышел вперед. Ну, мне больше всего на этой трассе понравился вот поворот самый дальний, улитка. Такой он долгий. Там надо понять, как ехать. И многие даже пилоты, вот видел на конфигурации трассы, обсуждали именно этот поворот. Потому что никак никто не понимает, как там, ну, правильно. Кто-то по позднему апексу, кто-то в раннем апексе едет. Ну, вот мы видели, что Сотникову, по крайней мере, этот поворот удался на все 100. Поскольку по внешней траектории, зайдя, он смог выйти вперед, вырваться вперед. И, в общем, все идет к очередному двойному триумфу. Как это было в Курске, в Смоленске, в Нижнем Новгороде. Только Казань совсем ему не покорилась. Напомню, что в Лужниках все-таки одну гонку из двух Сотников смог выиграть. А здесь в Питере готовится к тому, чтобы выиграть сразу две. Преимущество его в чемпионате и без того немалое. Вот на этот раз смог он склонить чашу весов в этом сражении с Сергеем Нуждиным в свою пользу. Нуждин, который лидировал с самого старта, но в итоге все-таки вынужден был пропустить вперед. Тем временем обгоны круговых уже. Вот как раз Наталья Гольцова. Из первой связки. А мы видим, что Нуждин вполне возможно станет жертвой атак сейчас и со стороны другой Калины, Павла Кальмановича. Кальманович практически догнал его. И там очень и очень плотно. И Борис Шульмейстер держится тоже в этой группе. И остальные начинают постепенно отставать. Там и Михаил Митяев, и Михаил Грачев. Калина и Фьеста, соответственно. Тем временем Артемьев также пропускает лидера на круг. Три четверти дистанции позади. И сейчас в достаточно плотную группу упираются лидеры. Ну а позади, уже пропустив на круг, продолжается сражение Гольцова и Малеева. Борьба за 13 место. Наталья Гольцова и Михаил Малеев. Михаил прессингует сейчас. Две Калины. Очень плотно. Гольцова смогла опередить его, выйти на 14 место. И пока Михаилу контратаку провести не удалось. Тем временем Кубасов прошел Саватеева. У того начались технические проблемы. Так что Владислав Кубасов также одну позицию отыграл по ходу последнего круга. Мы видим изменения позади сейчас Александра Сотникова. Среди двух Калин, похоже, произошла рокировка. Павел Кальманович смог проехать Сергея Нуждина. В данной ситуации мы видим обгон на круг. Обгон Александра Кобенко. Нет, Нуждин впереди. Нуждин впереди Кальмановича. Просто очень и очень плотно идут два этих пилота. И посмотрите, какое отставание сейчас от Сотникова. Финиширует Кубасов. Практически пропустив на два круга, но нет. Все-таки только один круг. И ждут сейчас на финише судьи лидеров. Вот финиш победителя. Очередная выигранная гонка. Восьмой этап из 12 этого сезона падает в копилку Александра Сотникова. Абсолютный лидер и рекордсмен. И кто же в итоге финиширует вторым?
Напомню, Нуждин там сдерживал Кальмановича. Фактически бок о бок в какой-то момент шли две их Калины. Следом за ними также была фиеста Бориса Шульмейстера. И в итоге все-таки Кальманович проходит. Не попадает этот момент в поле зрения камер. Но Павел смог сломить сопротивление Сергея на самом последнем круге. Кальманович на втором месте финиширует. Сергей Нуждин на третьем. Ну и Борис Шульмейстер все-таки упускает несколько очков еще, потому что он четвертый, опережая Митяева и Грачева. И вот награждение. Вот награждение. Сергей Нуждин долго держался в лидерах половину дистанции, но затем пропустил вперед Сотникова. И на самом последнем круге прошел и Павел Кальманович. Ну и Александр Сотников. Очередная победа. Причем на этот раз он математически, заранее, до смоленского этапа еще становится чемпионом серии классе Touring Glide. А вот награждение класса национальный. Вадим Мещеряков, очередная победа. Следом за ним Василий Мезенцев и Сергей Коронатов, который стартовал с последнего места, смог пробиться на подиум в своей категории. И вот результаты на ваших экранах. Сотников, Кальманович и Нуждин. Шульмейстер только четвертый. Дальше Митяев, Грачев, Донченко, Кабенко. И на девятом месте победитель класса национальный Вадим Мещеряков. Второй части протокола. Гольцова опережает Малеева и Кубасова. Ну и в общем зачете более 200 очков преимущества. Это значит, что Александр Сотников математический чемпион. За второе же место Нуждин, Шульмейстер и, может быть, Митяев с Грачевым посражаются на смоленском этапе. Смоленский этап, напомню, пройдет через 2 недели. И это будет финиш этапа RTCC. Для вас работал Алексей Попов. Все самое интересное между Уховым и Фроловым впереди, друзья. We'll be right back.